удивительные события, произошедшие в прошлом, благодаря которым наша жизнь обрела иной путь развития. Чтобы открыть смысл древних пророчеств, мы отправляемся в путешествие к берегам Средиземного моря. Мы узнаем смысл слов Апокалипсиса Иоанна Богослова. Семь церквей Откровения. Почему быть холодным лучше, чем теплым? Древний город Сарды. Как ты богат и как ты велик. Мы смотрим по сторонам и видим хорошо сохранившиеся синагоги, храмы, дворцы. На многие километры распространяются развалины этого удивительного города. В 7 веке до нашей эры Сарды – столица могущественного Лидийского царства. Город знаменит тем, что здесь чеканились первые в истории золотые и серебряные монеты. Исследователи Игорь Никитин и Виктория Никитина-Шин находятся около здания гимназиума. Его внутренняя площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Древние постройки города, многие из которых хорошо сохранились, показывают нам, насколько жителям был важен комфорт. Именно в Сардах жил легендарный царь Крёс. Он был правителем государства в 6 веке до нашей эры. Говорят, однажды богатый и довольный Крёс представлял себя мудрецу самым счастливым человеком. На что мудрец ответил, что никакого человека нельзя назвать счастливым, пока он жив. Крёс вспомнил эти слова, когда был взят в плен персидским властителем Киром. Существование Крёса как раз и породило легенду о царе Мидосе, легенду, которая повествует о том, что некий царь получил возможность у богов попросить осуществить любое желание. И этот царь в безумии своем загадал, чтобы все, до чего он мог прикоснуться, все превращалось в золото. И это его желание обрекло его на колоссальное одиночество, потому что первые дни он радовался и наслаждался, что все, с чего он касается, и предметы, все превращается в золото, его богатство приумножается. Но потом он столкнулся с тем, что его любимая дочь подбежала к нему, и он вынужден был шарахаться от нее, как, чтобы не превратить ее в золото. Он не мог есть, потому что все, к чему он прикасался, немедленно превращалось в мертвое золото. Это удивительная и поучительная легенда. То, что кажется нам дорогим, то, что кажется нам действительно стоящим, на самом деле, может быть, не имеет в себе такой цены, которой мы его наделяем. И царь Крёс когда-то тоже столкнулся с этим. Он считал себя счастливейшим человеком, он считал себя действительно и был царем могущественной державы. Его ресурсы были почти бесконечны, потому что сами недра этой земли, река, которая здесь протекает, была золотоносной. В этом царстве впервые начали чеканить золотые и серебряные монеты, и до сих пор эти монеты являются уникальным даром. В музеях они сохраняются, коллекционеры ищут их. И, безусловно, это легендарная эпоха, легендарная земля. И здесь находилось средоточение и торговых путей через эту землю, через этот удивительный город во времена персидского завоевания. И персы, кстати, когда-то покорили Крёса и разрушили его, поглотили его державу. Здесь проходил знаменитый царский путь из Сард в Сузы. Еще 6 века до Рождества Христова в Сардах существовала значительная еврейская община, в римские времена получившая большие привилегии от государства. Частично отреставрированное здание синагоги 3 века считается самым крупным из тех, что построены за пределами Палестины. Двухэтажная такая была синагога, огромная. То есть там, где золото, там евреи обязательно. Это интересная примета, которая на самом деле, которой удивительно воспользовался апостол Павел, который также был из евреев еврей. И более того, будучи не просто евреем, но духовно рожденным свыше человеком, он принял богатство большее, чем просто деньги, больше, чем даже то родство по крови с народом Спасителя, с которого пришел Иисус Христос. Апостол Павел также благовествовал в этом городе, он благовествовал в этой еврейской общине,
потому что мы видим из книги Деяний, что апостол Павел шел благовествуя, приходя в первую очередь сначала к своим братьям по крови, и он часто молился, он говорил: «Я так люблю их, я так хочу, чтобы мой народ уверовал в Мессию, который пришел для него в первую очередь, который пришел, чтобы спасти людей, и желал бы, если бы это могло принести пользу, сам отдать свое спасение, душу свою за них, чтобы они уверовали». И эта его любовь побуждала его прийти сюда, в город Сарды, где была крупнейшая община в Малой Азии. Евреев. Община евреев, которая была на самом деле настолько могущественна, что они, современники говорят, что они прибрали всю торговлю к рукам в этом царском здесь городе. Здесь недалеко находятся лавки, дорога, римская дорога, и на лавках даже сохранились имена Яков и многие другие еврейские имена. Это говорит о том, что вот спустя века Бог нам оставил напоминание о том, что евреи здесь возглавляли целые отрасли торговли. Например, они были миновщиками здесь. Но самое важное, что апостол Павел пришел сюда, он благовествовал в этой общине. Я думаю, что здесь было очень много гордых людей, очень много людей, тех, которые гордились тем, чего они достигли, тех, которые старались соблюдать закон Моисеев. Но, возможно, апостол Павел здесь столкнулся с определенным противостоянием. Здесь, в Сардах, находилась одна из церквей, упомянутых в книге Откровения. Церковь, не удостоенная от Христа ни единым словом похвалы. Вы знаете, книга Откровений – это не книга истории, это не книга просто интересного описания событий будущего. Это книга настоящего дня для нас, потому что Дух Божий написал эту книгу. Дух Божий дал откровение Иоанну. И послушайте, это книга Откровений в Священном Писании, 3 глава. «И ангелу Сардийской церкви напиши». Прежде всего, я хочу вам сказать, ангелос или ангелу – это посланник, это вестник, это может быть руководитель общины, например. И вот здесь слова к этому вестнику или руководителю общины сардийской просто ужасающие. Послушайте. «Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Знаете, Бог – сердцевидец, Он знает дело каждого. Он знает ваше дело, Он знает дела всех людей, которые так или иначе живут на этой земле. Послушайте, Он знает твои дела, это к тебе обращение. Но следующее, не дай Бог это обращение к вам. Послушайте, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Какие страшные слова. Это, знаете, как к епископу обратиться сейчас. Мы знаем, что ты христианин, и ты носишь это святое, непорочное имя Господа нашего Иисуса Христа. Но на самом деле ты мертв. На самом деле ты никакой не епископ. Ты лжеепископ. Ты антихрист. Как это может быть такое? Это слова были написаны в самом начале становления церкви. И вдруг уже в самом начале появляются такие страшные слова откровения. Только ли к Сардийской богатейшей церкви, в богатейшем городе были направлены эти слова? Историки не находят фактов о гонениях на церковь в Сардах. Скорее всего, это связано с тем, что христиане приспособились к окружающей среде и забыли о своей роли. Вот что пишет Иоанн. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». О чем здесь идет речь, Виктория? Еще переводы. Там говорится о том, что пробудись и попытайся восстановить то, что близко к разрушению, потому что твои дела несовершенны, говорит Господь. «Несовершенно перед Богом моим», — это говорит ангелу Дух Божий, «вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то
то я найду на тебя, как тать, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». О чем здесь идет речь? Послушайте, первое, бодрствуй. Тебе нужно пробудиться, перестань творить отвратительные дела. Сейчас наступает новое время. О чем идет речь? Послушайте, богатство церкви, средние века, церковь владеет не просто государством, а церковь управляет государствами, церковь управляет жизнью на этой земле. И в то же время эти огромные храмы, собор Петра стал самым большим собором в мире. Церковь и православная, и католическая, они были властителями умов. Казалось бы, все хорошо, Царство Божье на земле, но мы знаем, сколько убийств, сколько страха, сколько ненависти было в средние века. Сколько крови пролито, и как ни страшно, и как ни стыдно. Сколько крови именем Христа было пролито. Да, именно как ни страшно, и как ни стыдно, что этот грех церковь несет на себе до сих пор, потому что множество евреев пострадали от так называемых христиан, которые гнали их и убивали, думая, что они совершают имя Божье. О чем же идет речь? Каждая книга Откровения говорит о другой части человеческого греха, человеческого порока, нечести. Книга Откровения говорит о настоящем дне также. Послушайте, сейчас есть могущественные, богатые церкви, которые не рождены свыше. И Иисус говорит, ты сам не заметишь, когда начнется твой конец. Как вор приходит ночью, подкапывает дом, забирается и забирает все из этого дома. Так я найду на тебя. Ты не узнаешь. Вор не приходит среди бела дня, как господин в свой дом. Нет. Послушай, Иисус здесь говорит, что Дух Божий заберет незаметно власть от такой церкви. И многие церкви, они имеют вот такие колоссальные, удивительные здания, полные золота, полные сокровищ. И в это же время там нету людей, там нету жизни. Люди уходят из таких церквей. Дух Божий, самое главное, уходит из этих церквей. Дух Божий – это величайшая ценность, которая может быть в церквях. Люди приходят в церкви для того, чтобы поклониться самой церкви, поклониться зданию церкви, поклониться убранству церкви. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Духу Божьему. Ему одному мы поклонялись. Послушайте, вот о чем говорит здесь Откровение. Это четвертая церковь. Мы говорили о Эфесской церкви. Мы говорили с вами о церкви Фиатире. Но сегодня мы говорим о иной части человеческого опыта, некого человеческого недомогания, когда мы видим богатство застилает умы людей, что ради богатства застилается сердце, покрывается вот этим прикосновением Мидаса. Это не просто легенда даже, это нам напоминание о том, что люди гонятся иногда за богатством, за деньгами, за властью, теряя самое главное – Духа Божьего. И послушайте, что Бог говорит этой церкви. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Послушай, сегодня во множестве церквей начинается настоящее пробуждение. Как бы они ни назывались, какие древние они не были бы, сколько бы их не оставлял даже Бог, но сегодня Господь начинает пробуждение в тех церквях, которые, казалось бы, умерли. Как здесь говорится, ты будто жив, но ты мертв. Вот обращение к той церкви было. К мертвой церкви было обращение. И сейчас Бог говорит, нет, пробуждение начинается. Пробудись. Пробуждение сегодня среди нас. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. На языке Иоанна осквернить одежды означает предаться распутству. Церкви в Сардах угрожало либертинистское заблуждение.
соглашательство с языческим образом жизни. Свое поведение они оправдывали ложно понимаемой свободой во Христе, которую толковали как сексуальную вседозволенность. Иоанн использует образ одежды, который характеризует человека в целом, а более конкретно – человеческое тело. Ведь осквернение через блуд фактически происходит в сфере телесного. Белый цвет – цвет небесного мира, поэтому белые одежды символизируют небесную, прославленную телесность. В каждой стране, сколько бы не было негативного, сколько бы не было негатива, направленного против церкви, в каждой стране, в каждом городе, в каждой церкви есть люди, искренне любящие и верующие в Господа. И это слово для нас сегодня. Мы молимся за разные церкви, разных конфессий. Сейчас многие церкви, казалось бы, мертвые, но Господь говорит, есть люди в каждой церкви, и пробуждение грядет, пробуждение двигается сейчас. И, послушай, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Вот, послушай, самое главное, не смотреть на что вот там происходит или здесь, в той или иной церкви. Самое главное – слово от Господа для тебя, что ты побеждающий, что ты веришь в Господа, ты доверяешь Ему свою жизнь. И Бог тебе даст возможность быть победителем и иметь одежды праведности, белые одежды, и чтобы твое имя было написано в книге жизни. И это слово для тебя. Ты можешь прямо сейчас иметь дерзновение прийти к Богу и сказать: «Господи, я принимаю Твое откровение, я принимаю Твое слово. Я не хочу быть как Мидас, идти за богатством человеческим, превращать все в золото и терять свою душу, терять своих детей, терять своих близких и родных. Я хочу быть пред Господом моим Иисусом Христом, исповедовать Его имя перед Отцом, перед ангелами, исповедовать, что мой Бог – мой Бог Спаситель, мой Бог любящий». Прямо сейчас ты можешь сказать эти слова здесь, в Сардийской церкви. Ты, может быть, посреди такого же города, где все думают только о деньгах, все думают только о машинах, о сокровищах. Но ты предназначен иметь белые одежды, ты предназначен иметь волю Божью в своей жизни. Ты предназначен иметь сокровища небесные, а не сокровища земные. Поэтому Бог сегодня говорит здесь, отсюда, из Сард, тебе. Ты особый человек. Просто скажи эту молитву, молитву пробуждения. Господь, я верю, что пробуждение грядет из моего сердца по всему лицу земли, что пробуждение двигается сегодня через меня, что пробуждение сегодня является для меня водительством моей души. Я не хочу сокровищ земных, но я стремлюсь к сокровищам небесным. Просто скажи эти слова. Господь, наполни меня своими сокровищами, своим небесным богатством, нетленным богатством. И я верю, что сегодня моя жизнь, моя церковь, мой город, моя страна посвящена Тебе. Я доверяю Тебе, Господь. Я знаю, что Ты царь царей и Господь господствующий, что Ты любишь меня, что Ты даешь мне возможность сегодня проповедовать Евангелие до края земли всем народам. И для этого я сегодня здесь. Для этого я смотрю телевизор. Для этого я слышу это послание от Сардийской церкви. Для этого я принимаю Слово Божье. Я знаю, что Ты, Господь, всемогущий Бог. Я следую за Тобой. Если вы сказали этим слова молитвы, что-то особенное происходит в вашей жизни. Ваш дух наполняется сейчас небесным богатством. И это самое главное, что мы можем видеть сегодня. То, что происходит с людьми по всему лицу земли, они становятся богатыми духовно. Это послание для вас из Сардийской церкви.